Давай, 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 смелее. Тихо. Сейчас испугается. Он там что-то ест. А что он ест, как вы думаете? Что он съел? А мне кажется, это размер большой. Это большой медведь. Смотрите, какая тема. Я колеюсь, да. Ты взрослый не думаешь? А я, конечно. Я думаю, он бежит. Он не маленький. Но не обязательно маленький. Нет, он... Скажи, закончи. Прямо еще, не выезжай, просто прямо. Еще. Стоп. Спасибо. Ой. Майя. Я надеюсь, что просто не к нам. Если он пойдет к нам, не пойдет он к нам. Антон, он там есть. Она там не надо будет. А посмотри, какая у меня. Дурый, да, по нагласке. Дурый большой. Еще подъехать можно. Где фотографию с ним и меня? Заодно с ним. Все. Мы сейчас снимем. А можешь сказать? Вот. Расскажи, кто там? Военный. Медведь. Мне две игрушки дома. Один моллюска, а другая мама. Такая игрушка. Что он? Может быть, так рядышком, но у нас двух дней, я и так с ним позвонила, что мама позвонила. Это прошли были медведи. В Америке даже некоторые медведи, которые боятся. Нельзя. Почему? Он хищник. Он может укусить сильно. Он прям к нам идет. Смотри. Вот не зря. Все это сегодня было. Не пошли бы мы наши семьи.
Все, вот я нашла. Да, до свидания, ребята. Пока, Медведь. Да, до свидания, ребята.